Так, пляж Приморье. Солнце отсвечивает, не очень видно. Еще одна небольшая панорама Геленджика. Какой-то развлекательный комплекс, ну и классные дельфины. Так. Римская пицца-паста, 490 рублей. Пригреться, чтобы не было холодно. Для красоты и для тепла. Огоньки. А эти лавочки, смотри, классные. Белые. Город продолжает благоустраивать. Так, сейчас подойдем сюда. Интересный момент тут. Смотровая площадка. Смотровая площадка. Да, сейчас, подожди. Люди отдыхают и наслаждаются морским пейзажем. Ага, тут пляж летом, естественно. Благоустроенный. А, ступеньки красиво выложены. А, ну это и для колясок, понятно. Камни понаходили какие, видишь, были. Да, да, да. Классно. Со всех концов тащили, где находили, оттуда привозили. Да, красиво. Угу. Четко. А вот на набережной кусочек для детского развлечения. А вот путешественник куда-то колесит. Александр Степанович Грин. А, нормально.
Писатель, прозаик, поэт. Чудеса делаются своими руками. Алые паруса. Ну, это он то, что написал. Дар от автора проекта «Аллея российской славы» Сердюкова. Александр Грин. А вот рядом с Александром Грином, скорее всего, его... Да, вот это же она. Ждет корабль с алыми парусами. Скульптура «Соль» и ландшафтная композиция «Парусник», созданная по мотивам романа Александра Грина «Алые паруса». Скульптором Дмитрием Лындиным и фирмой «Юка» в 2019 году. Классно придумано, это хорошо. Это девочка. Девочка Соль ждет своего принца на корабле с алыми парусами. Кто ждет на белом коне? Она ждала принца своего суженого мужа, который должен был приплыть на корабле с алыми парусами. Так, на тему стихотворения Александра Сергеевича Пушкина. Русалка на ветвях сидит и кот ученый читает книжку. Катится. Да, тут идет катится кошка. Да, идет реставрация, ремонт. А вот золотая цепь какая здоровая. Видишь? Наверное, вот там вот, видишь, и цеплялась цепь. Вот она сбоку, внизу. Кот ученый, все ходит по цепи кругом. Видишь внизу этот? Да, идет реставрация. Русалка на ветвях сидит. Русалка еще симпатичная. И давно еще кот еще у меня. Да. Русалка на ветвях сидит. Так посадили, так. Посадили с этой землей, польют, и оно хорошо будет расти. Это место, это маяка. Да, наверное, он стоит напротив. Показывает кораблям. Да. Как раз напротив моря он стоит. Он корабля показывает. Посередине, так сказать, залива. Да, маячник. Скульптура «Старый маячник». Создана в 2011 году в честь служителей маяков. Форпостов в морской навигации установлена рядом со старейшим маяком, построенный в 1897 году. А маяк, по-моему, мы прошли. Где этот маяк? Где-где? А, вот маяк. Да. Ну, давай подойдем, посмотрим, вот тут вот, будет видно. Вот и маяк старейший, 1897 год. Так, местные сказали, что вот это маяк, этот старейший маяк. Внизу, видишь это? Да. Там ничего не мешает. Геленджикский створный маяк. Передний. Основан 19 августа 1897 года. Это створный. Короче, это не тот, что старинный маяк. Он раньше не крутился. Видимо, вот так закрывали створки, открывали створки. Меньше моргали. Моего года дедушки меньше. Окна еще старинные. Охраняется государство. Да, она там закрывалась и открывалась, наверное. Да, как... Мигала, да. Да, как или включалась, вертикальные жалюзи. Можешь просто включалась. Ну да.
Ну, забор еще тот старинный, как бы. Да. Может, граты уже и новые, а бетон, наверное, еще тот. Хотя и граты старые. А граты около церкви красивее, чем эти граты были. Старые очень. А, возле церкви, ну да. Крест на горе, не могу налюбоваться. Выделенная полоска для велосипедов и самокатов, я уже говорил. Вот есть другие забавы. Да. В общем, Геленджикская набережная имеет все развлечения для каждого возраста. Для каждого возраста. И для малых, малолетних детей. Лимпопо, детский городок. Доктор Айболит. Да, доктор Айболит с обезьянкой своей. И для более старшего возраста. Доктор Айболит. Ну и для взрослых. Пивные, рестораны, кафе. Кафе Парасоль.